Выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО – это прекрасная возможность проявить себя для всех, кто дружен со спортом. Смотрите наш репортаж из спорткомплекса «Олимпиец». 90 старшеклассников из славянских городских школ, 9 команд по 10 человек в каждой приняли участие в этих соревнованиях. Ребята с первого класса занимаются физической культурой и были настроены очень серьезно. Такие состязания для них большая радость и одновременно ответственность. Мы представляем 16-ю школу. Это первый этап зональных соревнований по ГТО. Он будет состоять из 3 этапов. ГТО – это очень важно. Для нас, для 16-й школы, здесь такие виды представлены, как стрельба, плавание и различные легкоатлетики. Очень важно для здоровья ребят, они все активны, все желают, все хотят, соскучились очень сильно по этим соревнованиям. В современном спорткомплексе «Олимпиец» есть все условия для успешного выполнения нормативов. Стрельба, упражнения на гибкость, прыжки с места, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища из положения лежа на спине – все это учащиеся делали с энтузиазмом. Мне очень нравится заниматься физкультурой. В нашей школе все спортивные, здоровые. Мы поддерживаем здоровый образ жизни и претендуем на хорошие места. Я с радостью приехала на эти соревнования, чтобы показать, что я умею, чтобы посоревноваться среди других школ. Я люблю основу физкультуры, потому что я могу развиваться в ней, быть успешной во всем. Это был первый этап соревнований. Затем они продолжатся выполнением нормативов в других видах спорта. И кто бы ни показал лучшие результаты, в этих состязаниях не было проигравших. Выигрыши были все. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».